Мы производим практически все, но немножко ниже уровнем. Может быть, чуть-чуть уровнем ниже это будет, чем там в Америке или в Японии, Корее. Но самолеты будут летать, ракеты будут летать, автомобили будут передвигаться. Мы имеем эти компетенции. Вот сели правительство, собрали в кучу то, что у нас осталось. И давайте будем работать в этом направлении. Ну, сотрудничаем же, два независимых государства, сотрудничаем. И притом по всем направлениям даже все не расскажешь публично.